8 июня 2023 года на пляже отеля Dream Beach в Хургаде произошла трагедия. Совсем недалеко от берега акула напала на человека. Практически в это же время в Хургаде, только годом раньше, жертвой акулы стали две женщины. А в октябре 2021 года в Рас-Мухаммед были покусаны акулой еще три человека. Почему такое происходит на курортах Египта, мы не знаем точно. Каждый может только догадываться, но у каждого догадки свои. Я провожу свое маленькое расследование. Акула – это опасный кровожадный хищник, но который очень редко нападает на людей. Во всем мире ежегодно десятки людей подвергаются атакам акул. Но, как утверждает статистика, всего лишь 5-7% случаев заканчиваются смертельным исходом. Какие акулы смертельно опасны для человека? Всего насчитывается около 550 видов акул. 25 видов из них причастны к нападениям на людей и на транспортные средства на воде. Но только 4 вида акул представляют серьезную опасность для людей. Это большая белая акула, серая тупорылая акула, тигровая и длиннокрылая акулы. Эти виды акул опасны для человека не только из-за своих крупных размеров, но и из-за особенностей их питания. Акул в Красном море много, но не все они представляют смертельную опасность для человека. Их можно встретить в любом месте и в любое время. Акулы более активны в ночное время, поэтому и действует запрет на купание в вечернее время и утренние часы. Только из этой всей акулей компании тигровой акуле совершенно все равно, когда принимать пищу, ночью или днем. Именно эта акула считается наиболее опасной для человека в водах Красного моря. Как вы думаете, что делают эти люди? Да, они кормят рыбу. И такие случаи повсеместны. Большое количество рыб в одном месте может приманивать акул. Но туристы этого не понимают и все тащат в море из своих ресторанов. Эти особи могут достигать размера в длину около 6 метров при весе 900 килограмм. Поэтому перекусить пополам человека ей не доставит большого труда. Но это если на то будет серьезная причина, только мы о ней не знаем. По наблюдениям специалистов, тигровые акулы в дневное время все же предпочитают держаться на глубине, где-то до 350 метров, и только ночью подплывают к рифам на мелководье. В пищевой рацион тигровых акул входят морские змеи, больные птицы, морские млекопитающие, ракообразные, черепахи и рыбы. В желудках крупных особей тигровых акул находили даже несъедобные предметы. Вспарывая брюхо тигровой акули породило массу слухов о их чудовищном рационе. Дело в том, что эти полосатые обжоры отнюдь неразборчивы в еде и их называют еще мусорщиками. Практически всегда, находясь в поиске пропитания, тигровые хищницы нередко заплывают в устья рек, мелководные заливы. Они атакуют все, что меньше их по размеру. Желудок этих острозубых рыб умудряется переваривать весь мусор, выхваченный их ненасытной пастью, благодаря желудочному соку, который имеет очень большую кислотность. Интересной особенностью этого вида акул считается то, что тигровая акула может просто опустошить собственный желудок вместе с остатками неусвоенного организмом обеда. И потом она снова готова к приему чего-то новенького. Сила сжатия челюстей акулы может прокусить даже самый крепкий панцирь черепахи. Тигровые акулы считаются смертельно опасными для человека. За год в челюстях полосатых гигантов погибает до 7 человек. Но сколько тигровых акул гибнет от рук людей? Намного больше. Будьте осторожны.